Бюджет города Новосибирска стремится стать профицитным. Тренд этого направления, говорилось на сессии, определяют бюджеты федерального и областного уровня. Наш город к такому бездефицитному виду бюджета может прийти к 2024 году. В целом мы растем как и по доходной, так и по расходным частям бюджета, но еще предстоит много работы. И сейчас как раз до 13 декабря у депутатов есть возможность предоставлять свои позиции в виде поправок между первым и вторым чтением. И тогда мы уже будем рассматривать их более детально, прежде всего и в рамках комиссий, профильных комиссий, а потом уже в рамках работы комиссии по бюджету и налоговой политике. Множество поправок прозвучало уже и на этой сессии. Все они будут рассмотрены и многие учтены. Но от этого бюджет города не изменит своей социальной направленности. К примеру, на сферу образования выделяется 33,5 миллиарда рублей, что составляет 54% всей расходной части. Конечно, хотелось бы в большей степени иметь и бюджет развития, и бюджет инфраструктурный, но для этого нужно, как вот мы сейчас активно в жарких спорах обсуждали с коллегами-депутатами, наверное, активнее работать над доходной и над доходными частями бюджета. Их, к счастью, много, поэтому это, наверное, очередной виток работы. Еще один вопрос, который активно обсуждали депутаты, касался поднятия уровня заработной платы муниципальным служащим. И вот кого это затронет на самом деле. Принято решение о повышении заработной платы в размере в среднем 13%. И от самой младшей от должности младшего специалиста до начальников отдела, как я сказал, три категории. Значит, в среднем это изменение заработной платы от 2 с лишним тысяч почти до 6 тысяч рублей, в зависимости от, соответственно, должности занимаемой. Это повышение не коснется воспитателей детсадов и школьных учителей по одной причине. Уровень их доходов компетенции не депутатов, а мэра города. Я надеюсь на то, что после нашего решения мэром города Новосибирска в какой-то там ближайшей, надеюсь, перспективе будет принято решение об увеличении заработной платы, в том числе и этой категории работников. Также Дмитрий Асанцев обратился ко всем руководителям частных коммерческих предприятий с предложением последовать их примеру и в условиях тотального роста цен, усложнения социальной обстановки, связанной с ковидом, также поднять уровень заработной платы своим сотрудникам. С какой стороны ни посмотри, очень своевременное предложение.